Прогресс не стоит на месте, естественно это. Сегодня мы можем смотреть за улицами городов даже на экранах наших смартфонов, следить за дорожной обстановкой и погодными условиями, наблюдать за природными явлениями и городскими праздничными мероприятиями. Парад Победы, День города, массовые народные гуляния – все это доступно пользователям мобильного приложения «Интерсвязь» со встроенным сервисом «Улицы онлайн». А наши герои нашли еще и креативный метод использования опции. Об этом расскажем далее. Простраивать маршруты, вовремя получать информацию о пробках на дороге, избегать скопления людей, да и просто изучать улицы города – все это доступно пользователям мобильного приложения «Интерсвязь». Встроенный сервис «Улицы онлайн» позволяет видеть все, что попадает в объективы видеокамер, опоясывающих наш город. Многие горожане уже оценили удобный сервис «Улицы онлайн» и даже открыли для себя его новые функции. Я с помощью «Улицы онлайн» наблюдаю за своей внучкой, добралась ли она до остановки, вышла там ли, где нужно, пошла ли в ту сторону. А недавно моя соседка при помощи камер нашла свою пропавшую собаку, сорвавшуюся с поводка. Поэтому очень удобно. Люди хотят получать максимально достоверную информацию, и сервис «Улицы онлайн» – пожалуй, универсальный инструмент в этом случае. Разрешить спорную ситуацию в ДТП, разобраться в происшествии, найти нужный адрес, да и просто получать удовольствие, созерцая ритм города на экране своего смартфона. Все это в зоне доступа для каждого пользователя приложения «Интерсвязь». Порой использование сервиса бывает неожиданно креативным. Мы с одногруппниками делали проект к юбилею Магнитогорска. И я придумала снять клип на фоне городских пейзажей. Квадрокоптера, естественно, у нас не было. И мы решили использовать видео с улиц онлайн, ведь качество там высокое. Наш проект стал лучшим, а клип мы стали показывать в качестве примера другим студентам. Всего в Магнитогорске установлено более 10 камер. Расположены они вдоль центральных улиц и на главных перекрестках. Видео записывается в формате HD. Воспользоваться опцией «Улицы онлайн» просто. Необходимо скачать бесплатное приложение «Интерсвязь» в магазинах App Store и Google Play. Доступно для всех жителей Магнитогорска. Елена Ткач, Олег Карпенко, телекомпания ТВН.